Всем привет! Сегодня у нас 7 марта, и мы едем в Утену посмотреть цены на автомобили. Соответственно, я покажу вам, где находятся площадки, их адреса и как туда добраться. Соответственно, как добраться? В Утену мы можем доехать только на автобусе, что мы сейчас и сделаем. Стоимость билета с Вильнюса в Утену составляет 7 евро 20 центов. Автобусная станция в Утене находится в центре города. До авторынка я добирался пешком примерно 20 минут. В городе есть две большие площадки, которые находятся рядом, буквально через дорогу, и еще одна поменьше. Адреса всех трех площадок вы можете видеть здесь на экране. Итак, друзья, я уже в Утене на одной из площадок. Находится она по вот этому адресу, где-то здесь будет на экране. И, впрочем, покажу вам цены. Здесь у нас Гольф 4, 2001 год, 1700 евро. Так он выглядит. 2002 год, 1950, 1.9 дизель. Hyundai Tucson. 2005 год, 3.200 дизель. Да, Peugeot 207, 2006 год, 2400. Ну, сидушки немного покоцанные, но, впрочем, более-менее. А говорю сразу, я не хочу давать оценки автомобилям, потому что на вкус и цвет товарищей нет, как я считаю. Все автомобили нужно смотреть перед покупкой. Здесь у нас Audi A4, 2.5 дизель, 2002 год. 2200. Руль, конечно, очень затертый. Кожа еще более-менее терпит. Так, Volkswagen Passat 2009 год, 2.0 дизель. Цена 4500. Заявленный пробег 220 тысяч. Ну, здесь все выглядит довольно-таки хорошо. Еще один пыжик, чижик-пыжик, 1.6 дизель, 2007 год, 2400. И Volkswagen Golf, вот, Volkswagen Golf, это у нас пятый Golf, 1.6 автомат, DSG, 2004 год, 2700. Renault Scenic. Renault Scenic, 2005 год, 1950, 1.9 дизель. Климатроника нету, обычной крутилки. Так, Volkswagen Passat, 2004 год, у нас 1.9 автомат, 2.300. С климатроником на автомате. Peugeot кабриолет у нас 2003 год, 84 тысячи пробег, бензин 1850 евро. Ни климатроника ничего нет, ни климата ничего, обычной крутилки. Так, здесь у нас Volkswagen Transporter, такой интересный весь, 9100, 2008 год, 162 тысячи заявленный пробег, дизель. Но он такой интересный, конечно. Вот такая Toyota интересная. Toyota Yaris Versa 2150, 2004 год, дизель. Вот так она выглядит. Citroen C5 в кузове седан. 4100, 2009 год, 2.0 дизель. Вот так хочу показать, как выглядит площадка. Это одна из них. Там вдалеке еще несколько виднеется. Это одна вот такая площадочка. И вот там потом через дорогу, вот там будет.
тут еще одна, там грузовики стоят. Ну ладно, давайте посмотрим еще машинки. Здесь у нас Peugeot 207, 1.6 дизель, 2008 год, 2400, заявленный пробег 230 тысяч. Уже с климат-контролем раздельным, уже поинтереснее. И, конечно же, с панорамой. Volvo V70, 2007 год, 2.4 дизель, автомат 2700. Вот такая тоже раздельный климат-контроль. Ну, руль не затертый, кожа еще в нормальном состоянии. Так. Fiat Fremont, если я не ошибаюсь. Да, Fiat Fremont, 2012 год, 7950, пробег 240, дизель 2.0. Интересный такой. Mitsubishi Outlander 6400, 2011 год. 2 дизель. Так, Toyota Avensis 7550 цена. Год у нас 2013, 2.0 дизель механика. И Volvo S80 6950, 2010 год. На автомате. Так, Opel Insignia. Вот это интересно. Opel Insignia 2012 год, 2.0 дизель, автомат 5700. Отлично. Хорошая машинка должна быть, я так думаю. Opel Vectra C в кузове универсал, 2250, 1.9 дизель, 2006 год. Шестиступенчатая механика, раздельный климат-контроль. BMW 5 серия в кузове универсал с панорамной крышей, 2005 год, 2.5 дизель, автомат 3650, заявленный пробег 218. Volkswagen Tiguan 9000 евро, 2011 год, 2.0 дизель, автомат, полный привод. Так, с Honda Jazz цены нет. Volvo V50 3650, 2008 год, 2.0 дизель. Вот такой вот интересный шестиступенчатая механика, круиз, подогрев сидений и отдельный климат-контроль. Volkswagen Passat 2000 евро, 2003 год, 1.9 дизель. Механика пятиступенчатая с климатроником. Golf 4, 1850, 2001 год. Mazda. Так, это Mazda 2006 год, 2.0 дизель, 2.500. Такая. Еще Opel Meriva 2007 год, 2650, 1.7 дизель. BMW 5 серия в кузове седан, 5700, 2006, 3.0 дизель, автомат. С проекцией на стекло, раздельным климат-контролем. Volkswagen Golf 5 красный, красивый, 2005 год, 1.9, 2.650. Toyota RAV 4, 2006 год, 4.650, дизель 2.2. Шестиступенчатая механика. BMW X3 2.5, бензин 5450, 2006 год. Шестиступенчатая механика. Nissan X-Trail 2005 год, дизель 352.2. Volkswagen
Volkswagen Caddy, 2006 год, 1.9 дизель, 3450. И хочу показать Opel Signum, 350, 2.2 бензин, 2.5 бензин на механике шестиступенчатый. Вот так он выглядит примерно. Здесь у нас Audi интересная. Audi 2001 год, 1850 евро, 1.4 дизель. Volvo V50, 2009 год, 3.800. К сожалению, какой двигатель не указано, пятиступенчатая механика. Подогрева сидений нет. BMW 330D 7700, 2009 год. Volvo XC30. Это R-Design. Все накладки, все как положено. 3990, 2008 год, 1.6 дизель. 170 тысяч заявленного пробега. Посмотрим в салоне. Да, пятиступенчатая механика, подогрев сидений, круиз и все остальное. Volkswagen Charan, 1.9 дизель, 2006 год, 3.900 стоит. Так, Toyota, 2000, 2.0, D4D дизель, 2003 год. Opel Insigne, 2012 год, 6.150. Механика. Mazda 3. Mazda 3 у нас такая. 1850, 1.6 бензин, 2004 год. Пятиступенчатая механика. Toyota Corolla, но уже на литовских номерах. Причем она, наверное, давно на них. 4950, 2007 год, 1.6 бензин. Так, здесь у нас цены нет, к сожалению. Audi A8, 6350, 2005 год, 288 тысяч пробег, дизель 3.0. Skoda Octavia в кузове универсал, 3300, 2007 год, 1.9 дизель. С климатроником, пятиступенчатая механика. Ford C-Max, если не ошибаюсь, 3950, S-Max, 3980, 2008 год, 255 тысяч пробег. Fiat Punto Evo, 2011 год, 3350, 112 тысяч заявленный пробег, 1.3 дизель. Toyota Auris, Ярис. Toyota Ярис, 1.4 дизель, 3250, 2007 год. И Ford Focus, 2006 год, 1.8 дизель, 2000 евро. Opel 5750, Meriva, 2011 год, 1.7 дизель. Вот такая. И Volkswagen Tiguan, 9650, 2009 год, 2009-2008 год даже, 2.0 дизель, 223 тысячи. Mercedes C230, 2003 год, 2350, 1.8 турбо, непонятно, дизель, наверное, или бензин даже. Volkswagen Golf GTI, прям заниженный, прям на дисочках. 3950, 2001 год. Руль Момо, аккумулятор в салоне, все как положено. Да. Рядом Golf 4, 2550, Audi
А6 3650, 2004 год. BMW 3 серия, 2950, 2003, 2,5 бензин. И BMW 1 серия, трехдверное купе, 2300, 2008, 2.0 бензин. Что-то дешево. Очень дешево. И Mercedes ML. А не, GL 420, 11300, 2007 год. Ну и давайте дальше. Toyota Avensis 3950. Автомат 2007-2006 год, 2.0 дизель, 254 тысячи заявленный пробег. Вот так. Вот сколько их. Audi 2010 год, 2.0 дизель автомат, 11700. Лифтбэк. Еще одна Audi 3850, 2006 год, 2.0 дизель. BMW 1 серия, 2006 год, 3850. Какой двигатель не написано. Шкода Октавия должна быть RS. Должна быть, по крайней мере. 6750, 2007 год, 2.0 дизель. Вот. Citroen C4, двухдверные купе, трехдверный хэтчбэк, как правильно. 2600, автомат, климат 1.6, бензин. Вот такой вот. Volkswagen Jetta гибридная у нас. 2011 год, 8750, бензин, электричество 1.4. Конечно же, на автомате и с полным фулом. То, что я хочу показать, здесь даже Жигули продаются из Франции. Цена 4550, 2010 год. Пробег 27000. Да, но настоящая Нива никому не помешает. Citroen Berlingo 2450, 1.6 дизель, 2007 год. Subaru Outback 4750, 2006 год, 2.5 бензин, газ. Заявленный пробег 162 тысячи на автомате. Еще один Subaru 6250, 3 бэка, 2006 год, 3.0 бензин. И еще один Subaru Outback с панорамной крышей, с люком, 4750, 2006, 2.5 бензин, газ, тоже на автомате. Так, здесь у нас Skoda Superb, 2012 год, 6600. Заглянем в салончик. Пятиступенчатая механика, климат-контроль. И Saab, если я не ошибаюсь, 9.3. 3900, 1.9 дизель. Volkswagen T4, микроавтобусик, 2750, 97 год, 1.6 турбодизель. Mitsubishi
Сейчас мы на него так посмотрим. Вот. Джип Mitsubishi у нас. 5350. 2003 год. 2.5 турбодизель. Со всеми раздатками и так далее. Вот с этой стороны находится одна большая площадка. И сразу же через дорогу здесь находится еще одна большая площадка, на которую мы с вами сейчас и пойдем. Там, кстати, дальше она продолжается. И еще пока я ехал на автобусе, где-то вот там видел еще были машинки, так что я думаю, мы туда тоже пройдемся, потому что времени у нас много. Вот, как я и говорил, здесь уже совершенно другая улица. Малет-Угатва, 64. Так, ну и давайте сразу, здесь нас встречает гольф трехдверный с дисками Seat GTI. Спортивный, цена 4750, 2.0 турбо, 2004 год. Еще на автомате DSG все есть, кроме подогрева сидений. Seat Leon. Вот такой вот. Красивый дизайн, кстати. 2006 год, 2.950, дизель 2.0 на автомате. С полным фаршем. Идем далее. Hyundai. Hyundai Blue Drive, 2.950, 2010 год, 1.6, дизель. Ford Focus в таком интересном цвете. Я бы сказал, даже очень красивый. Очень он ему идет. ST 2007 год, 4.950, 2.5 бензин, турбо. Сиденье Recaro, шестиступенчатая механика, климат-контроль. Все как положено. Как-то здесь нас встретили прям такие очень-очень красивые автомобили. BMW. Ну, давайте, BMW. Пятая серия, 2004 год, 3.950, 2.5 дизель автомат. Ну, как бы BMW, их здесь так много, что, честно, я на них уже даже и не смотрю, как и на Audi. Но вот меня заинтересовала Honda Accord в кузове седан. Довольно редкий экземпляр для Литвы. Интересно, сколько он стоит. 2.750, 2.2 дизель, но 2004 год аж. 2004 год, пятиступенчатая механика. Ну и давайте, коль я уже здесь рядом, Mercedes C-класс, кузов универсал, 220, 2003 год, 1900 евро. К сожалению, раритет так никто и не купил, он бедный здесь так и сгниет. Или может он проблемный какой-то там с документами, что-то еще, что-то, но раритет, конечно, еще то вот. Что-то у нас в салоне. Да, ужасно, конечно. Покажу к вам и такие варианты. Они существуют. Opel Signum 980 евро. 2003 год. 2.2 бензин. 200 тысяч пробег заявлен. Но в салоне он весь прям затертый. Очень сильно, да, там раздельный климат-контроль, подогрев сидений, руль очень сильно затерт. Вот здесь стойка, я не знаю, что с ней нужно было делать. Сзади, ну, здесь нужна чистка, не знаю, как там по ходовой, по всему остальному. Но если там по ходовой, по двигателю все нормально, то в принципе чистка салона может и порешает многое. Вот с этой стороны вам покажу. Ну, 980 евро плюс торг, 2.2 бензин. Пожалуйста. Toyota Auris. Довольно этот экземпляр редкий, потому что он на автомате 1.6 бензин. 4.350, 2007 год. Peugeot 307 универсал, панорамная крыша, 1950, 2006 год, 1.6 дизель. Citroen C2,
1350-2004 год, 1.2. И Opel Astra Cabriolet. Такс, 2007 год, 1.9 дизель, 350. Шестиступенчатая механика, подогрев сидений, парктроники, спортрежим. Полностью. Заряжена полностью. И Opel Vectra Liftback 2003 год, 1950, автомат, 130 тысяч пробег заявленный, 2.2 двигатель. BMW X5 2004, 5150, 3.0 дизель, механика шестиступенчатая. Mitsubishi Grandis 2005 год, 2.0 турбодизель, 2.500. Lexus 7600 2007 год, 3.3 бензин гибрид. Volkswagen Passat Universal 9150, 2.0 дизель, либо 1.9, не пойму. 2013 год. Seat 1.9 дизель, 2003 год, 1450. Вот возьмем машинку поновее. Toyota Auris гибрид 2013 год, 1.8, 7950. Так, оно все смотрится. В общем, нашел я еще одну парковочку. Находится она на Йона Басановича с улицы. Сейчас я покажу, какие здесь есть автомобильчики и как выглядит эта парковочка. Вот, собственно, вся парковочка. Она довольно-таки тоже не маленькая. И посмотрим, что здесь есть. Здесь у нас Volvo S40 2006 год, 2.0 дизель, 250 тысяч заявленный пробег. Subaru Legacy седан 4600, 2.0 дизель, 2008 год. Посмотрим салончик. Да, довольно-таки ухоженная или убранная. Так, еще Subaru старые, интересно. Ford Focus в кузове универсал, 190 тысяч заявленный пробег, 2000 евро, 2008 год. Дизель, конечно же. Так. Давайте. Ford Mondeo 4500, 2008 год, бензин. Климат, подогрев сидений. Все есть. Seat. 1700 евро, 2005 год, 1.9 дизель, шестиступенчатая механика с климатроником. Audi A3, цены нет, возможно, уже продано. Тогда идем сюда. BMW 318, 5000 евро, 2.0 дизель, 2007. И пойдем на следующий ряд. Ну, давайте уж совсем вам раритет покажу. Volkswagen Passat 1500 евро, 1995 год, бензин, 55 киловатт. Состояние хорошее. Не удовлетворительное, а хорошее даже. Так, еще одна Audi A3, диски поцарапаны, 2006 год, 1.9, 2.950. Сиденье, конечно, химчистка нужна, и здесь подлокотник прям разорван, если видно. Volkswagen Golf 5, вижу цену 3.250,
2006 год, 1.6 бензин. Шестиступенчатая механика, полный климат-контроль с подогревом сидений и кожаный салон. Такой вот. Мерседес без цены. Audi 1750. Это A3 2001 года и BMW первая серия. 3950 2008 год. Здесь у нас Chrysler 300C универсале смотрит. Покупать, продавать, не знаю, хорошая машинка. Honda Civic 3350, 2.2 дизель, 2007 год. Шестиступенчатая механика, подогрева сидений нет, но есть люк. Но опять же с ним проблема. Если видно. Провис, он весь провис. Volkswagen Passat 2002 год, 1.9 дизель. Цена 2.300. Там за ним запрятано. И Skoda Octavia Универсал 2004 год, 2.150, 1.9 дизель с климатроником. Что-то здесь ручку КПП вообще сняли. Ну, бывает. Так, здесь у нас более старые модели. Opel Vectra. 950 евро, 1.8 бензин, 96 год. Хорошее такое удовлетворительное состояние. Кто-то ездил на машине, продал ее. На литовских номерах, техосмотр даже еще есть. Рено Меган цены нет. Вот, даже Волга есть. Кому Волгу? Кто хочет? Кто хочет пригнать из Литвы Волгу? Цены нет, к сожалению. Smart. Smart 4-4. 1500, 2004 год, 1.5 дизель. Ну, он такой весь из себя. Кто-то уже пытался его тюнинговать. Ну, бывает. Volvo V70 в кузове универсал на автомате, 2003 год, 2000 евро, 2.4 автомат дизель. Там уже находится разборочка дальше, вот машинку одну везут. Ой, здесь вот Mercedes. Очень сильно устал ждать своего нового хозяина. Прям прилег отдохнуть. В общем, такая вот парковочка. Автомобилей не очень много. Но, в принципе, заглянуть, я думаю, все-таки тоже стоит. Если вы уже в этом городе. Давайте еще покажу, что здесь. Здесь у нас еще один Volvo. 3500 евро, 2005 год, 2.4 дизель автомат. Еще у нас есть Golf 4 в кузове универсал с люком, дизель 1.9, 2004, 2.200. Toyota Avensis 2006 год, 2.2, 2.750 стоит. Так, Seat Altea, как правильней, 2800, а нет, Toledo, Seat Toledo, 2800, 2005, 1.9, дизель, механик. Mercedes C-класс 2003 год, 2.0, 2.150, ну, такой, подуставший.